Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Черепашки-ниндзя-легенды. Трик. Мне это нравится, ребят. Чуть не вывалился такой. Эй, потише, типа. Крэнк психует. Так, ну, забираем свои ежедневные, ребят, награды. Отлично. Так, забегаем сразу же, наверное, в магазинчик, да? И смотрим, что у нас тут выпадет. Так, сыр. Сюрикены и 6 долларов. Да, никакого ДНК нам не дали. Задание через 3 часа 40 минут только откатится. Это плохо, потому что... А как я буду сегодня проходить, ребят, играть? А? У меня же откатов нету? По-моему, нету. Блин, вот незадача-то, а? Вот это попадос. 3,5 часа нам придется ждать. Да, ладно, давай пойдем пока, наверное, раздобудем сыр. Точнее, пиццу нам, да? Для того... Блин, я персонажа, ребят, забыл поставить. Куда спешу, блин? Ну, я просто немножко расстроился из-за того, что у нас, ребята, нету с вами этих откатов. А я хотел на лигу пойти, на арену. Ладно, хорошо, мы с вами сколько сможем там пройдем. И сегодня у нас еще будет, ребята, испытание. Так что все, как говорится, хорошо. Не будем расстраиваться лишний раз. Добудем для себя эту пиццу, потому что мы будем с вами искать ДНК. Давай вот так вот возьмем с вами железную голову. Он нам здесь, я думаю, поможет. Так, и сразу же, ребят, на автобой. Моментально, просто-напросто. Так, замечательно. Наклонили мы его, нагнули, так сказать, этого пиццелицева. Но это был только второй бой. Еще три боя. Так, ну давай, давай, что ты там долго так грузишь? Я не понимаю, вообще должно быть все, ребята, просто на одном дыхании, да? Я не успел зайти, как сразу должен быть начинаться уровень. Нет, он тут что-то подгружает все. Что ты там все подгружаешь, а? Скажи мне. Ну, хорош, успокойся, а? Ну, пиццелицей. Ты же знаешь, что тебе хана, что мы тебя разберем на лоскутки, на кусочки эти. На кусочки пиццы. Даже железная голова и то. Робот, хотя ему и не надо есть, он все равно с удовольствием полакомится именно твоим кусочком. Ручонкой твоей. Так, ну что же, 25 пиццы. Сколько тут еще? Два эпизода, ребята. Два эпизода, это буквально начать и закончить на одном дыхании. Поехали. Так, наказываем. Ага. Кинул свою безделушку. Кусочек своей пиццы, который еще при этом должен был взорваться якобы. Ну, а почему бы и нет, да? Типа он упал и забрызгал нас всех. Так, ну, давай, ну не томи, ну пожалуйста, ну... Что так долго-то? Я не понимаю этого. Так, все, ребята, да? А нет, эпизод 5. Это у нас последний. Последний эпизодик. Где мы будем с вами сколько? Сколько там сыра-то у нас? Почему сыра? Пиццы, пиццы. Запомнил. Пицца. Ну, ответка. На тебе. Раф, зачем? Ёпрасеты. Ну, это сейчас было, честно говоря, неуместно. Это твоя провокация. Постепенка еще, ладно. Хорошо, пускай будет. Не пробили? Пробили. Все, ребята, отправляемся с вами, наверное, на лигу. Или же на испытание. Сейчас мы посмотрим с вами, с чем там. Подожди, а испытание мы, по-моему, прошли, да? Девичью силу или нет? Или мы не приступали к ней? Так, это мне уже интересно стало. Ну-ка, давай посмотрим. В бой. Так, испытание. Да, ребята, мы девичью силу даже не начинали. Поэтому поехали с вами по-быстренькому. Пробежимся, да? Так, и берем мы здесь к нашему основному составу. Возьмем карайку и... Ну да. И карайку такую, и карайку сикую. Будем карайками играть. Так, автобой. Сами понимаете, почему. О, ребята, расширение нужно поменять, видите? Вот, вот это вот такое вот бывает из-за расширения, когда не видно здоровья. Так что если у вас Full HD, то поменяйте на просто HD. Должно помочь. Это я имею в виду, если вы играете на Ноксе. Нет, нет, не на Ноксе, вру, ребят, на Блюстаксе. На Блюстаксе такой фигня. Так, ладно, разберем. Потом надо будет поменять расширение. Хорошо, отлично. Все, мы с вами победили. Так, ну а теперь, наверное, мне придется немножко отлучиться, ребята, сделать перезагрузку, поменять расширение, потому что, ну, не айсово так получается, когда не видно, сколько у кого там здоровья. Но, тем не менее, мы с вами получили одну ДНК на карайку. Ну что же, продолжаем с вами испытание, эпизод 2. Здесь у нас будет разыгрываться ДНК на Эйприл. На Эйприл ДНК, в принципе, нам тоже пригодится. Так, поехали. Быстренько здесь, как говорится, всех завалим и дальше побежим.
Интересно, докуда мы сегодня с вами сможем дойти? До какого предела, а? Так, ладно. Узнаем это чуточку попозже. Что я делаю, ребят? Давайте поставим на автобой пока. Здесь 20 уровень, вы сами понимаете, что нет смысла, ребят, с нами здесь вручную драться. И, кстати, когда мы с вами меняем расширение, да, у нас персонажи становятся как бы немножко крупнее, и в то же время появляется вот такая небольшая зернистость. Вот в этом есть, конечно, минус. Но зато, по крайней мере, все видно, ребята. У всех здоровье и все как полагается. Так, ну, отлично. Таракашку подбили. Ну что же, мы с вами забираем ДНК на Эйприл и идем на третий эпизод. Так, давай только не томи меня здесь, а все по Шурику прокручивай. Так, третья ДНК — это у нас Карай-змея. Ну что ж, в принципе, она мне как бы не нужна, если честно, потому что она у нас накоплена, но бомбить так бомбить. Так, автобой, ребята, 30-е здесь уровни, так что я думаю, особо зацикливаться не стоит, да, на рукопашке. Сами пускай здесь все разрулят. Мы с вами, наверное, еще раунда 2 вот так вот на автобое пробежимся, а потом уже будем сами подключаться. Так, крысы. Отлично. Так, последняя заключительная волна. И здесь у нас, ага, змея-карай и морозильная кошка. Спасибо, ребят, всем, кто подсказал, кто такая морозильная кошка. Мне было лично очень приятно узнать, что это, оказывается, была кошка этого Микеланджело, да, по-моему, или Донателло. Микеланджело, по-моему, да, который обронил мороженое в мутаген. Ёлки-палки, и кошка это слезала якобы, и вот превратилась вот в такую вот странную штуку, существо. Так, давайте, ребята, упс, дальше бомбить. Так, я думаю, что здесь тоже мы поставим на автобой. Так, секунду, у нас 40 уровень, да, здесь? Да, я, в принципе, не сомневаюсь, что мы здесь и справимся легко на автобое. Так, а, здесь уже 4 волны. Ага, понятно. Смотрите, просто разбираем всех с удара. Карайка здесь, конечно, подводит, но она 60 уровня. То есть, я имею в виду змея Карай. А змея, ой, а Карайка, оригиналка, она полтинничек у нас. Упс, приплыли. Ну-ка, крик. Ой, мы их замедлили, ребят. Все, это крышка им. Так, с копьем. Постепенка, а, не дал. Я думал, что постепенка убьет ее. Ну что, справились вообще изи. Ага, ну что, Крэнк, давай показывай свое лицо. Мне вот это удивляет, ребят, смотрите, да, хрупкая такая девочка и превращается в такую машину, в боевую. Пускай все, ребята, идет автобоем. Мы здесь тоже победим. Тем более 45 уровня. Пи, расписали, даже не поморщились. Такой, что там на пульте? Жмет на пультик, но ничего не срабатывает. В общем, вы поняли, да? Прошли мы здесь все на изи. Так, переходим сразу на следующий уровень. Или здесь 55-й наверняка будут, да? Проверим сейчас. О, лисичка. Какие тут уровни? А, да, ну да, 55-е, 50-е. Поехали в бой. Так, опять же, я ставлю, ребят, на автобой. Я думаю, что здесь все будет хорошо и легко, и просто. Может быть, конечно, мы сможем потерять Карайку, оригиналку. Но не больше, надеюсь, но не больше. Потому что Карай-змея, хоть она... А подожди, а кто делает? Она сама себе делает у ворот вот это вот, ребят? Нет. А кто же у нас так делает у ворот? Причем на всех стоит практически, кроме Карайки. Что-то я как-то этот момент упустил. Хм. Я знаю, что у Рафика нету, у Леонардо тоже, у Карайки нету. Неужели Карай-змея это делает? У ворот, это же классная штука, ребята. Я вообще обожаю, когда враги просто по нам не могут попасть, промахиваются. Это вообще великолепно. Видите, здесь мимо. Хотя они 50 уровня, хоть по одному, да могли бы попасть. Так, ну что у нас? Лисичка, морозильная кошка, Карайка и Шинигами. Так, ну-ка посмотрим, что у нас тут выйдет. Ух ты, ух ты. Шинигами разошлась. Так, Рафаэль берет провокацию на себя. Значит, упс. Ну-ка, что это? Так, хиляется, ладно. Морозильная кошка решила тут всех подхилить. Но я думаю, что это беспонтово, ребят. Мы сейчас все равно здесь их всех перебьем. Ну, Шинигами, опс. Добивочный сейчас от кого-то будет.
от Рафаэля. Так, поджигаем морозильную кошку. По идее, да, если она морозильная кошка, и мы в нее огнем, она должна будет получать как бы усиленный дамаг от железной головы, потому что это лед, а у нас все-таки огонь. Поэтому я не знаю, почему не настолько сильный дамаг мы даем ей. Но по 125 опыта мы все-таки с вами заработали, и одно ДНК на лисичку мы получили. Так, эпизод 6 у нас разыгрывается шинигами. 65-й, ребята, уровень на носу, и я буду уже играть здесь сам. Не хочу, чтобы были какие-то повреждения, да, у нас непредвиденные. Поехали. Упс, с удара, мне вот это нравится. Погнали дальше. Так, понизили атаку. Бросаем массовые кунаи. Ну куда ты ползешь? Все-таки, ребята, это делает Карай. Вот видите, у ворот у всех стоит. Ну, давай ударим просто. Просто ударим. Так, 4 волны здесь, да? А, 5 даже, елки-палки, 5 волн. Хорошо, давай крикнем на этих олухов. Так, скорость мы им понизили. И начинаем потихонечку, ребят, разбирать. Не спешим, спешить нас, нам некуда. Так, давай этого. Упс, отлично. Добьешь, Карай, как думаешь? Нет, ну, тем не менее, она сделала оглушение, это тоже хорошо. Добили. Так, третья волна у нас, и тут, ну, стрелозады, все их знают, без исключения. Замечательно. Так, и просто добиваем каждого. Ну-ка. Молодец, Карай-змея. Ух ты, даже обычная, ребят, Карайка и то завалила этого стрелозадова. Четвертая волна, все идет по графику у нас. Так, лисичка. Так, вот здесь надо, наверное, нам... Да ничего не надо. Я хотел вначале думал провокацию взять, а потом решил, что нам не нужна. Возьмем вот так вот мы с вами провокацию эту. И... Упс, не добили. А если так вот? Нет, не вышло. Все, ухоркали. Так, кого бы нам здесь убрать лучше? Морозильная кошка, да? Она у нас хил. Ну-ка, пробьем. Сейчас пробьем, точно. Так, и дальше у нас... Ну, давай попробуем шинигами разобрать. Крик будем делать? Давай сделаем крик. Фиг с ним. Упс. Так, ребят, смотрите, у нас у всех стоит у ворот. То есть они по мне попасть не могут. А если попадают, то вообще по минимуму. Хе-хе-хе. Так. Что ты делаешь? Тунц. Фигня все это. Для нас это фигня, ребят, не сработало. Ну и мы тоже не попали. Погоди-ка, что за дела-то такие? Хе. Ну-ка, заморозку на нее. Вот так вот, пускай сидит и думает, где она провинилась. Шинигами у нас в инвизе, поэтому я атаковать ее не могу на данный момент. Сейчас вот если мы только Эйприл Кунаичи разберем, вот теперь мы можем атаковать. Спокойненько причем. Упс. Так, что она сейчас? Ага, решила напугать нас гипнозом своим, да? Я удивлен, что у нас Карайка здесь еще жива. Так, и опять у нас этот вонючий мелкий дрон. Пора его наказать. Да-да-да, сейчас мы приступим к разборке полетов. Такой стоит там, за рычажки дергает. Охламонище. Ну-ка, с копьишка начнем. Карайка. Упс, постепенный урон повесили, но это тоже хорошо, ребят. Две атаки от Карай-змеи. Оу, ну, ребят, я не удивлен. Я этому не удивлен. Повышаем атаку нашему отряду и бомбим. Ядрить, наколотить. Смотри, сколько мы отняли. Упс. Еще давай. Упс. Нормуль. И добивочный. По красоте, я считаю, было все. Слушайте, может быть, нам попробовать эпизод 7, хотя я не уверен, что мы его сможем пройти. Но постараться стоит. Жалко, конечно, что на 2 звездочки прошли. Карайка просто погибла. Так, ну, шинигами мы с вами заработали. Так, и смотрим, ребята, здесь Эйприл Кунаичи разыгрывается, но будет, наверное, очень и очень сложно. 70 и 75 уровень, я рискую. Была, не была, поехали. Была, как говорится, не была. Так, не понял, а, у них что, инициатива, что ли, повышенная какая-то, или в чем проблема-то? Что тут завыеживались, я не понял. Сосунки, эй. Совсем нюх потеряли. Так, молодец, Рафик.
Давай, я не знаю, что у нас тут. Оглушение. Оглушение это потом. Слушай, кто же у нас делает, ребята, у ворот? Не знаю, ребята, очень странно. Кто на нас вешал постоянно у ворот? Я здесь не вижу, чтобы у кого-то это было дело. Отложенный урон. Ну, это понятно, это постепенка. Оп. Так, понеслась. Смотрите, ребята, опять у всех стоит уклонение. Да кто же его вешает-то? Я никак не могу понять. Ребята, если вы в курсе, объясните мне, я что-то не могу догнать. От кого у нас переходит вот у ворот вот этот вот? Причем в автоматическом режиме. Я никого не юзал, никого не стал. Видите, оно срабатывает само по себе. Это вообще просто круто, конечно. Это, видать, ребята, у кого-то есть вот такая вот спецатака. И, видимо, у кого-то это срабатывает в автоматическом режиме. Так, давай-ка бумкнем, наверное, разочек сюда, да? Отлично. Так, может быть, вот это вероятность 50... Нет, это атаковать дважды. 50%. Так, мы добиваем. Надо посмотреть, на кого. Может быть, у железной головы. Хотя я почему-то сомневаюсь в этом. Так, это у нас восстановить здоровье себе. Ну, понятно, ребят. Я не буду, ребята, тратить здесь здоровье, хилку. Ну, потеряли карайку, я ничего не говорю. Это не очень хорошо, но я просто не стал тратить хилку, она нам пригодится. Вот то, что на нас висит постепенный урон, это тоже не есть хорошо, блин. Это очень даже нехорошо. Так, ну что, давай, наверное, попробуем бомбануть. Вот. Слушай, я боюсь, у меня карайка, змея погибнет сейчас. Да, скорее всего, так оно и получится. Но нам главное, ребят, завалить последнего босса. Так, волна четвертая. Здесь уже будут у нас эти герои, да? Угу. Вся шайка-лейка собралась. Мы не наносим урон. Понял? В чем проблема? Не наносим урон. Сейчас нас, наверное, здесь и разберут, скорее всего. Ай-яй-яй. Давай хоть кого-нибудь-то накажем, елки-палки. Мимо, ты смотри, мы промахиваемся. Так, давай-ка я, наверное, подлечусь все-таки. Все-таки я решил подлечиться и взять, ребят, провокацию на Рафаэля. Пускай Рафаэль хотя бы будет раздавать люли, если он будет, конечно, их делать. Ну, пока дает. Так, тут тоже... Ну, здоровье так отнимается мало, ребят, ну вообще. Двойная атака у лисы, да? Упс. Нет, что-то как-то слабовато все это идет у нас. Боюсь, не пройдем мы тут с вами. Так, надо вот эту вот... И эту Эйприл, по идее, и морозильную кошку нужно уничтожать, потому что они хилы, они сейчас будут хилять. Ты достал уже, а? Кошара. Ну-ка, пробьем. Блин, шинигами бьет. Так, давай двойную атаку попробуем. Хупс. Еще раз хупс, отлично. Слушай, даже если мы сейчас с вами дойдем до последнего босса, мы его вряд ли сможем победить. Понимаешь? Блин. У нас еще и атака тут пониженная. Промахиваемся. Опа. Ты понял? Я не знаю, как это называется, ребята. Короче, эта лиса бьет, вот, например, как бы дружеская помощь, что ли, можно так это назвать. Так, и Лео теперь начинает разбирать. Что он там придумал? Хиль... Комочком бросил, да? И заморозил нас. Слушай, по-моему... Что это такое? Чух-чух-чух-чух. Пенек. Массовая атака была. Ёлки-палки. Ну да, ребят. Не получится у нас пройти, к сожалению. Блин, ну сколько вот можно стараться, стараться и не пройти. И левел-то у нас 8, ну, 80-й. Не так уж, в принципе, и далеко мы ушли. Хиляется, да? Кошка морозильная. Столько бомбишь, чтобы отнять здоровье. Надо, ребят, я думаю, до соточки все-таки прокачивать наших персонажей. Это очень, очень долго и нудно. Я понимаю, что... Сколько нужно для этого мутагена. Ну, а иначе мы с вами действительно не будем просто-напросто проходить вот эти все события. Вот так вот и будем... Это сколько... Чё так подлечил-то мало? Эй, Лео, ё-моё. Всё, по-моему, тебе хана.
По-моему, нам, ребятушки, ханарики. Мы эту, конечно, морзильную кошку подобьем, ну а дальше все. Никаких вариантов. Подбили. Все, как ни крути. Вот вроде бы кажется, все легко идет, да? Ну что там, пару ударов и все. Нет, не прокатывает, все равно нас разбирают. Ладно, ребятули, не будем о грустном. Ну, не получилось, что ж поделаешь. Так, а вот я думаю, надо потратить нам весь сыр. Ага, погоди-ка, весь сыр. У нас там, по-моему, еще ведь что-то есть, да? Эксперт. Ага, вот здесь мы еще можем с вами немножечко побуянить. Совсем капельку, поехали. Ну, дали, ну как всегда, а? И начинается здесь с 45 уровня. Ага. Автобой. Автобот. Так, тихо, не буяним. Так, пока держимся. Минусанули, давай. Так, а сколько здесь волн? По-моему, 2 или 3. 3. Все ниже и ниже, да? Технодром, елки-палки. Так, ну у меня кто здесь сильный? Я смотрю только Рафаэль и Леонардо. Остальные так себе, ватненькие. Вот эти вот, например, как Донателло, да, Эйприл и Сплинтер буквально в следующем ходу, скорее всего, будут у нас отдупляться. Кто у нас тут? Бибоп, Сплинтер. Ой, Сплинтер, елки-палки. Рокстеди. В общем, все дела. Ни больше, ни меньше, как это должно быть. По идее, вот в этой команде еще должен быть Шреддер состоять, да? И уже потом Крэнк. Тудунс, ну, Донни упал, естественно, ребята. Он 30 уровня был. Так что ему была судьба пророчена, чтобы он тут погиб. Также, кстати, может дуплиться и Сплинтер. Но нет, мы прошли. Жаль, конечно, что не на 3 звезды, но ДНК мы все равно с вами зарабатываем. Давай, крутись, крутитесь быстрее. ДНК Бибопа классический. Ну что ж, давайте пойдем на Рокстеди или Рокстеди. Куда там правильно ударение-то? И автобой. Автоботы вперед. Так, тут уже 4 волны у нас. Будет выживать только Лео и Рафаэль, я больше чем уверен. Остальных, наверное, всех разберут. Кстати, вот этот чувак мне напоминает из этой игры-то. Мультяшный файтинг-то где, да? Там такой же есть персонаж. В первой серии тоже он так. Только он руки делал не так, а, ребята, вот он мускул такой рисовал себе. Скажет, Рэй, чем ты вообще говоришь? Я никто ничего не понял. Я сам, ребята, себя не понял. Но в игре вот мультяшный файтинг, там есть вот такой робот, тоже с такими же щупальцами. И он так прикольно в конце, когда выигрывает, встает в стойку, типа, крепыш такой. Ладно, ребят, третья волна, и думаю, сейчас у нас тут разберут Эйприл. Хотя мне бы хотелось, чтобы никого здесь вообще не разобрали у нас. Ага, минус. Клан Футовец. Так, Маузер тоже минус. Вот зачем надо было вот эту вот вертушку тратить на клан Футовца? Его можно было просто элементарно ударить посохом, и он бы просто исчез бы, растворился бы. Хиляемся. Так, Бибоп, да, Сплинтер сейчас упадет. Уронили Сплинтера нам, да. Ничего не поделаешь. Так, контратаку поставил себе Рокстеди, правильно, Рафаэль, это ты хорошо придумал. Сейчас будем контрить тоже его, вот так вот. Замечательно. И последняя, четвертая волна. Так, ух. Машина, да, ребят? Ага, с лазером здесь. Так, этот хиляется у нас, Леонардо. Смотри, бомбит. Так, она, по-моему, у нас заключается в несколько этапов. То есть первый этаж, там второй этаж, да, и третий. По-моему, так. Или я чего-то путаю. Ну что же, мы получаем с вами ДНК на... Кого там? Ага, на Рокстеди. Можно попробовать подраться за ДНК на Шреддера. Поехали. Пока есть такая возможность, нужно, ребят, пробовать. Так, включаю автобой и погнали. Какие тут уровни у нас уже? 60-е. Ага, вот это уже предел.
Скорее всего, мы дальше не пройдем. Если бы у нас были бы все персонажи 70-х, 80-х уровней, было бы классно. Но этот 41-й, 45-й уровень, они вообще здесь не годятся. Ничего, они даже дамаг не наносят, елки-палки. А почему-то, главное, этому дает хилку, да? Этому дает усиленную атаку. Зачем именно так? Не пойму. Так, хиляет Эйприл. Почему-то хил как-то вообще сработал ни о чем. Даже не восстановил здоровье, грубо говоря. Так, и у нас вторая волна. Вторая из пяти. Так, вот я бы, честно говоря, хотел бы, знаете, чего еще? Получить себе героя, где этот Крэнк в костюме-то, в роботе. Вот прикольный, наверное, чувак, да? В игре, я как вспомню этот, они из черепашки спасают Манхэттен, по-моему, так, да? Третья часть вроде как она была. Как я там в конце, там со Шреддером дерешься, а потом еще с этим, с Крэнгом, который в этом, в роботе сидит. Блин, пипец. Вспомнишь. А еще было две версии, насколько я помню, в этих черепашках был Шреддер бессмертный. То есть его можно было довести до моргания, но убить его было нереально. Слава богу, мне такая версия не доставалось, мне все было хорошо, то есть Шреддер я завалил. И причем я помню его даже какими ударами бомбил. Так, зачем ты вот здесь применил, скажи мне на милость, вот этот вот удар свой? Вертушку, я вот сейчас не понял юмора просто-напросто. К чему? Так, ну что, технодром, да, у нас? Ну... Нижний этаж мы сейчас легко должны, в принципе, подбомбить. Что-то там пыхтит, промахивается причем. Два удара и сейчас Мухана, смотрите. Тык, а нет, нет, не получилось, вот сейчас. Ну да, ребят, мы с вами видим, поднимаемся как бы на второй этаж. Тут еще один такой лазер стоит. Воу, а он круче, чем первый. Он постепенку повесил на нас. Ядрить, колоти, смотри. Защиту понизил, что за дела-то, эй? Неужели не сможем подбить? Да какая провокация? Ну что ты делаешь-то? Ой, Раф. Зачем ты делал эту провокацию? К чему она? Все, ребят, тут хана, по-моему, да? Ну, сможем добить, нет? По-моему, нет. Лео, ну? Есть! Круто, Лео нас выручил. Ну, ребят, следующий бой нету смысла вообще начинать, потому что вы сами видите, мы на втором этаже уже спеклись. Вообще там шансов никаких, ноль. Но Шреддера классический я, ребят, заработал одну ДНК. Так, и что же нам еще с вами поделать? Естественно, ребята, поискать. Какие, блин, поискать? У нас еще Лига. Так, Лига Сёгунов, ранг 23. Блин, быстро ребята меня сбрасывают. Но попробуем как-то вернуться. Так, Леонардо откатился у меня? Откатился, но я не хочу как-то его сейчас, честно говоря, здесь задействовать. Так, понеслась. Так, возьмем, потом, наверное, надо... Говорит Стиранка, так вот я тебе говорю, ну, один из подписчиков пишет, почему это Ваня, если это Стиранка? Его звать Иван Стиранка, вот я тебе объясняю. Так, и давай вот так вот сделаем. Поехали, попробуем. Как говорится, без Леонардо своими силами будем здесь давать отпор. Неплохие бойцы, ладно, проверим. Начнем с паутинки от паукуса. Теперь тигр. Так, по красоте. Ага, хил, конечно же, хиляется, ребят. Ну-ка, а если мы вот так вот сделаем? Массовая атака. Так, этот уходит в инвиз, понятно. Сейчас только Ванька возьмет свой пулемет. И все, и пойдут дела у нас в гору. Хе-хе. Бомбим, конечно же, Бакстера Стокмана. Все. Ну, прошли идеально, сами видите, все прекрасно. Так, ну, наверное, нам придется два боя сделать, чтобы вернуться в Сёгун две звезды. Блин, ребята, ну, очень тяжело. Даже не то, что тяжело, просто элементарно не хватает времени каждый день заходить. В день можно сколько, если по 6 часов откат? Ну, грубо говоря, можно 3 раза заходить в задник. Ребят, не получается. С моим графиком и работой, и тренировки не выходит. У меня вот выходит, например, один раз в 2 дня зайти. Ну, все равно я не успеваю наверстать все это дело.
Так что опять мы, наверное, с вами завтра будем встречаться уже в Лиге Сёгунов. Две звезды, брать Ревард и все дела. Мне кажется, вот так вот у нас будет. Мы не сможем пробиться на трехзвездочный пьедестал. Поехали. Так, Крик. Понизили скорость, это хорошо, в принципе, для нас. Ага. Так, где у нас массовая атака? Сейчас будет от Бакстера Стокмана. Не, давай вот так вначале сделаем. О, меткость понизили, да, троим. Карайку снесли. Просто-напросто, с удара причем. Вот так, в ответку ему, да? И телекинез. Есть. Блин, ребят, ну все-таки одного персонажа у нас подбили. Значит, бонус будет так себе. И наверняка мы сейчас не пройдем с вами. Или пройдем, проверим. Нет, не прошли. Не прошли. Седьмая позиция, я офигею. Одного персонажа теряешь, и тебе мало дают вообще бонусов. Ёлки ты палки, а. И у меня персонажей, грубо говоря, больше и не осталось. Раз, два, три, четыре и пять. Все, Леонардо сейчас, надеюсь, всех тут порешит. Надеюсь. Не уверен, но попробуем. 54 уровень. Понеслась жара. Ну. Так, не всех накрыли, да? Хорошо, сделаем вот так вот. И плевок. Блин, хорошо, давай, Шреддер, добивай его. Нормулька. Так, и у нас, ребята, персонажей осталось еще буквально на один заходик, на один бой. Сейчас мы, конечно, попадем в сёгуны. Но, ребят, я вам скажу, днем я сегодня тоже был в сёгунах на 50-м месте. И, как видите, на 22-е сёгун одна звезда меня забросили. Прошло сколько там буквально, ну, часов 6-7. И все, я оказался уже в низинах, в трущобах. Так, ладно, хватит жаловаться, хватит плакать. Давайте поехали вот с этого начнем. Марианна, Марианна, Марианна. Победа здесь уже за нами, потому что, естественно, сейчас Зэк бросит бомбочку. И потом начнется тут расколбаска по полной программе. Смотрите, чук. Так, дальше мы, наверное, с вами уберем, давай, Ваньку. Ванюшу, опс, минусанули. Теперь Бакстера. Отлично. В принципе, больше никто здесь нам не нужен. Можно бомбить хоть кого, ребят. Давай так вот, Микеланджело начнем. Так, это что у нас? Ускоряет или усиливает? Усиливает, а мы тогда вот так бомбим с вами. И добивочный от Зека. Все. Все, ребятули. Изейше. Так, ну что, персонажей у нас больше с вами нету. На лиге, как говорится, делать больше нам нечего, да? Так, какая позиция? 85-я. Ну, сбросят, опять же, ребята, сбросят. Так, у нас с вами 163 ПВП монет, поэтому отправляемся с вами быстренько в магазин и смотрим. Так, подожди, вот они, монетки. Да, мы их копим с вами на Армагона. Еще 63 осталось, ты представляешь? Еще 63. Так, 555. Нам нужно 710, опять же, не хватает. Так, ладно, что у нас по спискам? Давайте смотреть. Ваня, мы можем его найти? Можем, давайте искать. Будем искать, пока без резво. Есть, есть. Так, собрать. Еще ДНК выпало. И больше, наверное, не будет выпадать. Или последний, но нет, не выпадает. Так, ребятули, Ванюшу мы нашли. Теперь давай дальше смотреть, кто еще может у нас тут найден быть. Так, этого крысиного короля не получится пока найти. Кстати, смотрите, ребята, Бибоп. Еще три карточки, и мы с вами его апнем на 4 звезды. Было бы, конечно, круто. Так, тут по максималке. Так, давай, пиццелицы, начнем. Точнее, продолжим тебя искать. Так, одно ДНК нашли. Второе. И последнее, наверное, да? Нет. Последнее не выпало нам. Так, тут опять нам болт. Здесь, да что такое-то, посмотри, а? К
Как они меня дурят. Ладно, тут вообще очень мало ДНК мы сейчас нашли. Так, давай здесь вот обменяем. По-моему, больше ни у кого нету, да? Подожди-ка, вот у Эйприл еще есть 105 этих сюриков. Так, и дальше давай смотреть. К северу. Давай к северу Монтуса тоже найдем. Поясная сумка. Нифига не получилось. Так, здесь получилось довольно хорошо. И здесь 2 ДНК есть, отлично. 3 ДНК уже нашли. Давай 4, для полного счастья 4. Ага. Нет, ребята, 3 ДНК и все. Ни больше, ни меньше. Ладно, давай тогда посмотрим, кто еще. У нас сколько там, кстати, пиццы, я не обратил внимания. Так, а кого? А больше мы, наверное, здесь никого... А, вот, давай, Кейси. Нет, нам навыки не нужны. Нам навыки не нужны. Нам нужно, чтобы ты получил ДНК. Найти. Так, 68 еще у нас с вами пиццы. Первый ДНК нашли, второе нашли. Ну давай тогда до кучи третье. Нет, не дали. 32 пиццы еще есть, так что можно позаморачиваться, еще кого-то поискать. Буквально маленечко осталось, да? Кто это будет? Что это за красавчик? Саблезуб? Нифига. Тут тоже никак. Ха. Блин, крипа не могу. Так, может быть, Мондагека. Во. Да ёпрста, ребят, смотрите, никого не могу больше искать. Все. Спеклись, да? Три корочки. Офигеть. Не могу просто никого, ребят, найти. Так, Максим. Давай, может быть, Кирби. Давай Кирби. Точно, ребят. На него все-таки можно потратиться. Ладно, поехали. Так, две. Две ДНК. И все, ребята. У нас 8 пиц осталось. Ну, не будем ее никуда тратить. Пускай она остается. И все. Больше я здесь ничего себе позволить не могу. Значит, будем с вами закругляться. И надеюсь, завтра мы успеем, ну, хотя бы остаться в Лиге Сёгунов 2 звезды. Ну, а с вами был Рэй. Всем пока, всем удачи. И до новых, ребят, скорых видосиков.